Агрофирма Сидек представляет томат «Властелин степей». Это среднеспелый гибрид. Плодоносить начинает на 111-115 день. Растение дает плоды массой 200-250 грамм, плотные, мясистые, с высоким содержанием сухого вещества и сахаров. Ценность гибрида в комплексной устойчивости к болезням, жаре и засухе, а также высокие вкусовые и товарные качества этих томатов выделяют данный сорт. Номер партии 6761, количество семян 0,1 грамма. Ноль одна десятая грамма на весах.